Боже, как музыка орёт. Всем привет, ребята, с вами Туз, мы продолжаем проходить The Binding of Isaac, of Rebirth. Так, и мы в прошлой серии, значит, прошли Гримот Лилит, по-моему, открыли два или один, по-моему, на новый айтем. Давайте сыграем Эдена. Это вроде рандомный чувак, у него все на рандоме, он просто на веселухе, у него рандомная жизнь, рандомная атака, рандомная скорость, вообще все. Так, что нам сегодня сгенерили? Так, у нас есть помощник, это хорошо. У него зачарованные слезы. У нас есть ящик с пауками сразу. Это тоже отлично просто. Так, атака 2, нормально. Так, нормально повезло, кстати, ребят. Обычно какая-нибудь фигня выпадает. Что-то наш помощник стал какими-то другими слезами стрелять. Он рандомными слезами стреляет. Я думал, он уже испортился, ну ладно. Так, пауки. Ну хрен ли там застрял там, вылазь оттуда. Сейчас меня вот так вот охереть. Это как так? Через камни пролазить, я тоже так хочу. Они неадекватные, я уже говорил это, они могут вылезти резко и, короче, все. Хана тебе, минус пол жизни. Так, вот, полюбил он нас, теперь будет наших врагов сокрушать. Так, ну тут пока первый уровень, все легко. Кстати, для первого уровня у нас очень много уже крутых артефактов. То есть два вот этих вот помощника, один мук генерит, другой какие-то вообще слезы гигантские пускает. Это хорошо для начала очень даже. Так, я нашел нашу сокровищницу. И тут два помещения с ключами. Значит, один из них магазин, а другой может быть комната с боссом, мини-боссом. Если это жадность, то можно получить дохера монеток. Тогда попытаемся открыть одну из этих комнат. А, я вот заметил, что у нас минус жизни. Есть, я угадал, это библиотека, ребят. Джокер, непонятно, что делает. D6 плюс 120, это... Секундочку. Так, я вернулся из Гугла. Посмотрел. D20, это значит, он меняет все артефакты в комнате и... Ой, Джокер. Так, подожди, что я говорил? Подожди, сколько Джокеров-то? Он заменяет все артефакты и предметы в комнате. Джокер что делает? Джокер нас телепортирует в комнату дьявола вообще халявно. Но, блин, у меня не так много жизни, чтобы покупать здесь что-то. Поэтому уходим, берем вот этого вот чувака. Потом вернемся за Джокером для следующего уровня. Правильно? Правильно. Будет логичнее, мы можем даже в комнату ангела попасть. И там будет уже клевый артефакт бесплатный. Ангел щедрый, не то что демон. Ой, только не он опять, а. Бляха-муха, этот босс слишком сложный для начального уровня. Видите, он стреляет в меня самонадеющимся. Сейчас наплодит здесь своих собратьев в бинтах. Потом их и зажмут меня ими. Так, быстрее, надо слить этого главного козла. Тогда он не сможет больше пускать их. Смотрите, мы настолько сильны, что сразу голову убиваем. У меня такого ни разу не было еще. Чувствую, удачный может быть забег наш. Да уйди ты нахрен, убей ее быстрее. Сейчас она меня убьет. Так, это что делает, я не понимаю. Давайте попробуем. О, смотрите-ка, мы изменили сердечку на сундук, охренеть. Вот это прикольно было, это реально полезно. Так, и пошли за Джокером сходим. Все-таки, я думаю, жизни стоит мясцо, которое нам выполнится, артефакты лучше, чем непонятная хрень, которая может вообще ничего не делать в основном. Поэтому хорошо, что я ее изменил. Так, еще там сундучок выпал с кучей золота. У меня даже 20 монет уже на начале уровня. Это хорошо, это просто прекрасно. В следующем мы... на следующей комнате, если будет там ключики, я могу зайти в магаз, что-нибудь прикупить. Все такие мажоры. С первого левела уже куча монет. Так, я хочу пройти до нового босса, который добавили в этом дополнении. Не буду спилить тон. Но мы обязательно до него дойдем. Вы посмотрите. Так, аккуратнее. Слишком много пауков. Так, давай муху убей его. Красавчик муха вообще. Так, а это что? 48 часов энергии. О, это круто. Пригодится, пауков расплодить. Так, давайте используем Джокера. Опять комната дьявола. Ну как можно вообще? Да еще и с шипами, да ну нахрен уже. Комната дьявола. Почему комната ангела? О-о-о. Комната ангела не спавнится. Раньше их кучами спавнились. Так, пауки тоже тащат, они помогают нам вообще сдалека убивать этих козлов. Вот пауки убивайте своих собратьев ради меня, давайте. А че они замерзли, меня прыгают? Почему они не идут в бой? Трусливые пауки, знаешь. Они, по-моему, вообще без мозгов отбитые какие-то бегают вокруг меня просто все. Так, вот ключик один есть, но это на секреточку. Точнее, на закрученицу. Так, это что? О, прикольно, заряженный выстрел, по-моему. Блин, зачем я взял его? Теперь же нельзя будет... Ну ладно, если мы найдем серу, то она хотя бы стрелять будет. Теперь мы не сможем скорострельность повышать в своих оружиях. А, хотя сможем, он будет быстрее заряжать эту фигню. В принципе, имбовая хрень. Она помогает нам сразу убить врагов, либо почти. И можно маленьких стрелять, если тебе удобно. Если ты хочешь отбиваться от пауков, например. Ать. О, что это такое? Ну, смотрите, ребят. Желтое сердце. Вау. Смотрите, что с моим сердцем? Оно засветилось. Вот эта херня еще не было ни разу.
О-о-о-о, тройбомба, тройбомба. А! Что произошло? А, смотрите, это сердце дает, если нам урон делают, то дает жизнь, да? Ой, то есть денег куча. Так, у нас есть один ключик как раз на магазинчик, найдем туда, прикупимся, там, пошопимся, ботиночки купим новые. Так, возьмем сразу все, давайте это пилюли распознавать, это ключик. О, пилюльку дали. Бомб саркейс, давайте возьмем это. Так, а это что? О, отлично, солнце, теперь мы знаем, не секретка. Блин, можно было не тратить ключи, потратить две бомбы и попасть все в магаз. Ну, кто знал? Никто не знал, правильно. Так, о, здесь есть шанс что-нибудь хорошее получить. Кстати, сколько у него удачи? Чуть не сказочно ведет почти везде. Я подозреваю, у него удача большая, может быть. Но хотя это... Оправдывалось все-таки. Кто у нас следующий босс? Давай сердечко у нас. В принципе, неплохо. Ой, только не падший. Так, он разбился. Одного уничтожьте, пауки, в бой! Сквайеры, где все? Ай, меня зажали из-за вас, сволочи. Бесполезные его куски мяса. Вот это лучше, этот генератор мух, он производит 3 мухи, по-моему, а коробка 3 паука. Пауки неадекватные, еле-еле ходят, а мухи, они летят прям к врагам и протыкают их насквозь. Или что там делают, не знаю. Как они их убивают. Лучше не задумываться об этом. Так, давайте зайдем сюда. Это комната испытаний, давайте возьмем. Ой, голова критика. Отлично, у нас... больше урона теперь. Так, от червяки. Хреновые снайперы. Они реально снайперы просто попадают. Смотрите, у нас еще больше стало заряженное, слезает. Так, давайте убьем. Эти мухи вообще имбовая штука, реально. Помогает очень сильно. Помогает снять надоедливых врагов, которые прячутся за камнями всякими. Вот они очень надоедливые, особенно пауки, если прячутся за камнями, то это вообще капец. Херах, оттуда вытащишь без получения дамага себе. В принципе, я могу, прикольно, этот артефакт я могу стрелять как маленькими слезами, скорострельность большая очень. Либо большими, которые разрывают врагов вообще на раз-два. С одного выстрела. Вот сейчас нужно маленьких стрелять, потому что их много. Так, подожди, все сами подыхают. Это генератор мух мы местный, вот этот летающий. Обгрызанный, он тут куча мух нагенерил. И их всех приложу. Красавчик, хочу сказать. Полезный очень, малыш. Блин, я не вижу из-за синих камней, где синие камни с меткой. Там вроде попадают вещи из них. Но теперь уже не важно, не различишь, по-моему. Я поливаю все их градом слез. Ну, точнее, есть слюней, получается, уже. Смотрите, какой... Извиняюсь, я долго дос. Извиняюсь за это. У нас... Beautiful Big Fly. У нас много ключей. Я только сейчас заметил целых 3 штуки. Да и монеты в порядке, вроде 78. Если повезет, но со скидкой один артефакт можно будет купить. Но я пока не хочу тратить. Подберем так монет 20, наверное, опять же. Так, аккуратнее, аккуратнее. Муха, в атаку. Ну и паук вылез. Точнее, если с личинкой, это хреново. Так, это когда мы выбираем деньги, мы будем, короче, испускать неприятные газы и врагов отталкивать. Бесполезный вообще бейлок, по-моему. Я не знаю, когда в бою может пригодиться, что ты будешь бежать деньгам, а вокруг тебя вокруг враги окружили. Ты знаешь, что делать, берешь монетку, пердишь, они отлетают. Вот так вот. Бесполезный артефакт. Так, готов. О, муха взорвалась. А, она взрывается еще, окей. Может быть, нет бомбы у меня. Я не могу взорвать. О, это эти чуваки, которые спавнят от этих червей. Блин. Очень опасно. Сейчас они наплодятся. О, красава муха вообще. Черное дерьмо, что она делает? А, ну да, затемнение экрана. Не пойму, зачем его добавили вообще. Это как ловушка или как полезная вещь? Может, затемнение экрана что-то делает врагам? Ладно, пойдемте в комнату прошарим, которую мы еще не прошарили. Может, там что-то полезное найдется. У нас, кстати, много очков собралось уже, 4000. Я не знаю, зачем они очень нужны. Хоть для онлайн-доски какой-то там лидер. Как их там? Я говорю, чуваков, которые ставят рекорды. Забыл их название. Так, а что у нас в магазе есть? Хрень какая-то, ничего нет, ясно. В принципе, я могу купить, нет. Плохо-плохо. Тут целых 4 места, где потенциально могут быть секретки. 4 бомбы у меня нет вот на всего. Угадать шанс будет 5%, это плохо. Давайте к боссу пойдем лучше. Кто у нас там? Ставьте ставки, давайте. Я думаю, это будет Ларри младший. Нет, это призрак дохлый. Улучшенная версия. Бляха-муха, он же имбовый слишком. А, нет, он какой-то слабый. На нас 2 слили. Так, зло и скорость стрельбы. Так, у нас мать комната дьявола. Почему она именно сюда спавнится? А, вот эта вот хрень дает, по-моему, нам все время комнату дьявола. Вау! Кто меня ударил?
Костер хренов. Живой, я заметил, не запутаюсь. Хвост гупи возьмем тоже. Так, мы сейчас уже превратимся в гупи, по-моему, еще если одну часть соберем. Я сразу сказал, почему я взял эту голову, чтобы нам в каждой комнате, в каждом этаже была комната дьявола после наших испытаний. Так, мы зашли в комнату с боссом, и ни хрена не получили. О, взорви его. Ну ладно, хоть это помогло нам. У нас будет каждый раз спавниться комната дьявола, и нам будет легче убирать артефакты оттуда. Так, вот это надо... Ай, аккуратнее. Он вообще неадекватный тоже, он прыгает как-то резко очень. И может прыгнуть на, как оно, надолго, там, на 2-3 секунды, как и быстро. На полсекунды прыгает и приземляется, и ты хер знаешь, когда он тебя заденет. Так, по-моему, два босса должно быть. Правильно? Какашки еще пытаются что-то делать. Там два босса. Так, что здесь? Хоть бы что-нибудь полезное. Оба-на. Смотрите, как комнату дьявола нас температировала, она. Телепортировала! Сука, я ненавижу тебя, понял? Падла. Вот дойду до ада и тебя завалю, понял, первым делом. Потратил мне черную жизнь и ничего не дал взамен. Сволочь. Так, ой, это же босс местный. Мини-босс. Он совсем легкий был. Парализ. Нахера мне паралич? Бесполезная пилюлька, ладно. Нам бы хпшек побольше, что ли? Что-то я все истратил, по-моему, на покупку этой башки. Бесполезно все-таки. Дьявол вообще на охреневшую всякую херню толкает. Бесполезно вообще, которую самоубийственно. Нужно для самоубийства себя. Так, аккуратней. У нас есть еще 4 ключа и один сундук. Ну, вы поняли, да? Так, вот это делаешь что-нибудь? Бесполезно. Кого? Обычно что-то делают они. Голова... Нет, фигня, фигня, фигня. Плюс еще маленькие, если надо. Лучше большие взять. Мухи. Так. Вроде бы урон от мух зависит от того, какой у тебя урон. Это сейчас самоубьется здесь место. Так, давай иди сюда. Если мы его не убьем, он сам убьется. Блин, мы его убили. Они обычно об костыли на раз-два бьются вообще и подыхают там же. Так, бомба. Давайте зайдем сюда, в комнату с двумя ключами. Оба-на. Бляха, муха, это плохо, потому что у меня одна бомба всего. Это что за карта? Мать следит за тобой. Ну давайте. Ой, это была комната перемешивания всего уровня. Уровень опять перемешался и снова новое. Так, все новое теперь. Окей. Ага, смотрите, у нас есть шанс, если мы найдем временный полет, мы можем собрать кучу денег. Ага, игральная комната, отлично просто. Это охренеть, как повезло нам. Так, пойдем отсюда пока. По-моему, это вообще удача. Смотрите, как ангел заспавнился. Посмотрите на карту. Два крыла так и голова. Прикольно. Генерация здесь иногда выдает прикольные такие, да, вещи. Блин, я не вижу, сколько здесь этих. Ой, какашек, аккуратнее. Блин, как они много двигаются. Быстро слишком двигают эти большие, они опасные. Слушай, успокойся, спасибо. О-о-о-о. Они еще и немного крепкие, оказывается. Ну вот эти мелкие, они в основном бесполезные. Это вообще муха отстала, как будто за экрану летает почему-то. Я не знаю, почему она вроде от стен должна отбиваться. Почему она за экрану летает? Ладно, подстанем от нее. Ей так плохо. Посмотрите, у нее какой-то знак призыва на голове. А, это сердце. Она нас любит, поэтому нарисовала это. О, это что был за новый враг? Ну, не важно, он уже сдох. Я не успел его рассмотреть. Так, давайте в магазин зайдем, чего-нибудь полезного есть. Динамит — это вообще бесполезная фигня, которая самая может быть. А, хотя она взрывает по команде нашу динамит. То есть бомбу. Бомба сама не взрывается после нажатия. Но она занимает целый один активный артефакт, поэтому бесполезная вещь. Лучше вот генератор мух. Бляха, муха, как так выходит-то, что они возле меня взрываются? Мухи меня подставляют. Это не наша муха? Нет, это не наша муха. Блин, у меня полсердца, это плохо. Нужна сердечко. Еще сдохнуть мне не хватало здесь. Оба, смотрите-ка, два артефакта целых. Вот это лучше. А что он делает? Вау. Что это, ребята, такое? Вау, это новый вид атаки. Ладно, проверим, давайте, я не знаю, что это. О, он еще больше 100. Он больше встает. Две любви, отлично, два сердца. Нам понадобится. А, у нас одно сердце, все. Просто прекрасно, я не знал. Эть! Но оно мощное, надеюсь. Что-то она меня как-то расстраивает немного, ну ладно. Будем надеяться, что она мой... О, бусина, это увеличивает шансы выпадения комнаты ангела. Ай-яй-яй-яй. В принципе, клевая вещь, но, бляха, муха, трудно заряжается долго слишком. Я думаю, он будет лазером шпарить там. Нормально. Они бьют кругляшками жалкими. Ладно, пока вроде все нормально идет. Ой, нет, только не музбову, не надо, нет. Я в прошлый, по-моему, забеге залилит, он меня чуть сам не угробил. Или он меня и угробил. Короче, плохая вещь, не берите, если
Так, у нас еще здесь есть комната. Потом еще надо в игровую комнату походить, что в магазин что-то ничего нету, не полезно. В принципе, прикольная вещь, тут радиус большой. Только, блин, подольше бы задерживалась, она слишком быстро пропадает. Так, эту комнату уже только ношение, она не нужна, у нас так жизни нету. О, вот это клево, вот против пауков особенно. И плюс еще, по-моему, через камни проходит. Так-то прикольная штука. Ну, посмотрим, когда себя на боссе проявит, на прочих там, на уровне с боссами в каждой комнате. Я надеюсь, дойду до туда. Так, давайте сначала на банкомате обычно. А, смотрите, у нас начинает светиться вот этот пояс, когда полностью заряжено. И глаза вообще заряжены просто. Окей, оба сердца, так, полезно. Так. Ну, давай выпадай что-нибудь. Что-то выпало, но я не увидел, что это. По-моему, муха злая. Он взорвался, прекрасно. Счастливый патрон не нужно мне. Так, одно сердечко отсюда. Ха, вот это удача, с одного удара все взорвалось. Так, это не надо мне, переносной бланк крови, это дает деньги за кровь, переносная как бы штука. Переносной банкомат этот, кажется, кровью. Нафиг он мне сдался. Этого я вообще сейчас взорву, он меня бесит, он все время какую-то херню мне выкидывает. Слушай, еще один проигрыш, я тебя взорву нафиг. Вот правильно. Испугался, молодец. Так, а нужно полет временный найти хотя бы где-нибудь. Так, кто здесь? Ой-ой-ой-ой. Вот это было круто, вообще реально круто. Мне понравилось. А вот как костры тушить, вот это вопрос у меня большой. На миллион даже, можно сказать. Ой, как неудобно их тушить вообще, реально просто. Давайте сюда пойдем. Так, заряжаем на полную. И вот так, идёх! И никого не убиваем. Вот просто красавчик, синий. Синий улитка. Вон синий есть, это подстава какая-то. Это не синий, это какой-то самозванец. Так, у нас что? У нас сундучок есть еще. Это что? Я могу видеть... Ой, отлично, секреточек сейчас найдется. Не знаю, давайте попробуем. Прикольно, нас телепортировал комнату дьявола в этой комнате испытаний. А интересно, если я зайду обратно, их не будет уже, да? Прикольно это получилось. Но все равно, нахрен мне комната дьявола, скажите мне. У меня так жизни нету. Возьму, сдохну. Прекрасно. Ха, смотрите, просто избежали наказания. Ну ладно, мне это нравится, хорошо. Так, тут ничего нету, да? Сейчас найдем наши секретки везде. Мы все видим же. Так, тут нету. По-любому должно быть на уровне 2 секретки, по-моему. Судя по звуку, здесь нету тоже ни одной секретки. Тогда здесь сейчас сверх сходим. Ага, нашли одну. Ой, тут пилюшка какая. Лимон пати, ну можно тоже взять. Скорость. И паралич. Нафиг мне паралич вообще. Так, он вообще не пригодится. Так, а здесь что у нас есть? Вот, отлично, последняя секретка, это хорошо. Вот нафига это, скажите, вот. В чем этот смысл этой секретки вообще? Эх, ладно, бессмысленность. Пойдемте отсюда. Так, нам нужна босс сейчас. Главное не сгинуть возле... Ой! Вот это было неожиданно. Просто неожиданно. О, внезапный, как бы, конец забега. Капец, я Эйден закрыт, да? Надо пройти на сердце мамы, чтобы открыть Мейдена. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ну, давайте попробуем за Азазели пройти. На хардовой версии, то что Азазели он легко проходится все. Извиняюсь, я вообще затупил сильно очень. Надеюсь, вас там не сильно бомбит из-за меня. Ай, аккуратнее. Пауки. Очень агрессивные твари. Еще и красные. Эть. В сложном режиме всякой херни меньше выпадает. Там он, паук Крейзи, смотрите, он, короче. Ай, хамелеон. Это как так вообще? Прикольно, мне нравится. А Зазель он легкий. Он дисбаланс, даже можно сказать. Все игроки тоже говорили, что слишком имбовый чувак. Лазеборн. Маленький червяк, что делает? Я не знаю, что эта голова делает, но не хочу лезть в Google. Сейчас меня расстроен я своей глупой смертью. Ну ладно, что такое. Сейчас мы пройдем по-быстрому. Азазель. Откроем новые там всякие фигни. Там вроде бы должно открыться какое-то синее, как это называется там, где сердце мамы обитает. Я забыл такой уровень, но там красный все еще. О боже мой. Как так можно забыть все? Ну, короче, там будет новый босс, и я вам покажу его, наверное, скорее всего. За 2 серии дойдем, наверное, даже за 2 может. Блин, зарядка долгая слишком. Потушить этот костер. Так. У нас что, нам нужно заглянуть в секретку еще? Секретка, она может быть вот здесь. Так, молодец, Азазель.
ты хорошо мыслишь. Ай-яй-яй. Так, отбили мы бомбу. Ай-яй-яй. Отбили мы бомбу, еще и ключ получили бесплатно, халява. Ну, кстати, у вас зазрели сердца нет нормальных, то есть только черные. Потом найдем сердце нормальное. Надеюсь, на боссе убили. Так, это вроде бы урон повышает, да? Отлично, еще больше урона. Давайте сходим тут. Кстати, полезные карты. О, босс здесь. Это плохо. Это плохо в пространстве, как он драться с ним, он слишком быстрый. Он вроде разгоняется со скоростью. Чем дальше бежит по прямой, тем больше скорость. Пьюпити, это что? Колесо фортуны мы его подорвем нахер, потому что бесполезное. Ну вот мы выбили ключ халявный. И отбили свой этот. Свою бомбу. Ну давайте на босс пойдем. Сколько у нас уже дамага? У нас уже 3 палочки с дамагом. Привидение вроде. Ой, он какой-то заспаунился, улучшенный. Так, а в чем его улучшенность? Он стреляет особым. Блин, забыл, что там нельзя находиться. Ну ладно, он уже сдох. Так, это что повышает? Скорость и скорость стрельбы. Отлично, это не нужно было как раз. Сейчас мы прокачаем скорость стрельбы на максимум. Он будет, по-моему, за полсекунды заряжать свой выстрел уже. Так, бейзмен это подвал. Точнее, заброшенный подвал. Точнее, гробница, по-моему. Да, блин, муха. Да не тебя убить нормально. Спасибо. Так, видите, как видите, у нас всякая фигня. То есть, ключики там, сундучки выпадают реже. И сердечки тоже. Намного реже. Они почти не выпадают. Это все хардмод. Так, это мухи, да? Ну, это легко. Азазелим собираем. Так, а это что, комната с боссом? Тоже хорошая комната, особенно на Азазеле. Так, вот это для Азазеля это просто имбовая фигня. Как я попал под этот выстрел, я не знаю. Так, ну эти чуваки, я быстренько сейчас обработаю. Все, да, два босса, отлично. Что тут, две бомбы, а здесь много монет! Каким образом? Почему они не одновременно взорвались? Как так возможно вообще? Сегодня какой-то день подставы, они меня пытаются подставить со всех сторон. Ой-ой-ой, полусердце, это опасно, довольно очень опасно. Так, ладно, сейчас не подставляться, главное. Так, ищем еще синие камни. Будут большие камни, какие-то переростки, мне подозрительно кажется. Ага. Все-таки реально, там что-то было. Давайте посмотрим, что это. Что это? А, ну да, это секретная комната с сломанной телеграфикой, типа сбоку, да? Нормально. Прикольные пародии на такие, знаете, раньше платформеры были, на Дэнди там и всякие. Ой, взрывающиеся чуваки. Это плохо, я к ним подойти не смогу. А, фух, ну слава богу, я убил. Так, а вот здесь может... Нет, не может. Это... Гейсмен, Кадрофер. Близнецы, по-моему. А что он делает, я не помню. Он, по-моему, бьет врагов, которые ко мне подходят. О, радужная хрень. Так, они застыли все. А смысл у меня для радужной фигни, если я не стреляю слезами? Они не двигаются, если я захожу вот такие вот помещения. Прикольно, убей их. О, какой маленький работник, смотрите, за нас убивает. Ой, ретро-видение, нет, только не оно. Убивай их. О, он стреляет в меня все-таки. Это же через верх стреляет точно. Так, а тут какие-то ящики, и за ними ключи, прикольно. У меня есть подозрения небольшие, что вот там вот секреточка. Наш малыш, кстати, эффективный вообще, прям. Сносит их, который ко мне близко подходит. Давай, есть, я так и знал. Я знал, ребят, я знал. Так, а, три бомбы. Мы вроде бы богатые, но вроде скоро сдохнем. Вот такой парадокс. Так, а блин, ретро-видение, оно меня... все, хана, ребят, нам. Фейловый опять выпуск получается. Давайте на этом закончим. Пытался я пройти, я честно пытался, ребят. Ну, в следующей серии, надеюсь, мы пройдем полностью. На этом все, ребята. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Нажимайте кнопочку поделиться. Всем до встречи, всем пока.